прощался. Некоторым удавалось отделаться оторванным бампером. А сезон больших полетов открыли Ладыгин с Михайловым. 7 оборотов завершились просекой в лесу. Но настоящее потрясение зрители испытали, когда покореженный с элементами партизанского камуфляжа автомобиль снова выехал на трассу. Невероятно, но факт. «Лада Калина» продолжала гонку. Яркой иллюстрацией стало то, что произошло очень скоро. Полет по схожей траектории «Хонды Райта» Синьярова имел катастрофические последствия. Автомобиль буквально развалился. И зрители поспешно эвакуировали останки с трассы. Спешили они не зря. Столь же эффектным винтом взлетела над дорожкой Subaru Тима Туминга. И снова резвое вращение, жесткое приземление и неспособность двигаться дальше. Нашим, конечно, досталось. Во всей красе они прикатили в зону сервиса. Летели немного в лес. Хорошо, там были молодые березки. Смогли выбраться. Перевернули на колеса. Выехали. Вот мы здесь.